Так, внимание, друзья, сегодня я вспоминал одного из, так сказать, садоводов, которые входят, ну, назовем это первая десятка, включая не только любителей, но и профессионалов. Ну, то есть, если взять первую десятку садоводов страны, то там в ней не будет ни одного профессионала. Представляете, такой ответ? Вот это первая десятка Алексей Алексей. Здравствуйте, Валерий Константинович. Третий раз рассказываю, потому что он того стоит. Хочу поделиться со слушателями ваших вебинаров последними новостями из лаборатории по укоренению шелковицы железова. Новость такая: черенки поставили на укоренение. Значит, смотрите внимательно. Здесь есть электронный адрес. Общайтесь, так, вот, с помощью электронного адреса приобретайте черенки, саженцы, потому что, знаете, я сам обжегся, когда из семечка выращиваешь, получается, именно в Сибири. Может быть, там были крупноплодные, начинал с 200 сенцев, может, были крупноплодные. И было меньше, меньше, мерзли, мерзли, последние 10 выжили, из них 5 оказалось мужских, 5 женских. Это большой недостаток, да. А у него-то, моя вторая попытка была уже с укоренением, она была самоплодная шелковица. И он теперь продает вам шелковицу, вам одного саженца хватит, чтобы иметь урожай. Не, лучше два, лучше три. Помните, Железов говорит, самоплодность – это близкородственные связи. Это на крайний случай. Лучше два, лучше три. Но в крайнем случае и один будет плодоносить. Электронный адрес Алексея Ивановича. Вот он. И я не понял, почему он не дал телефон. Я дал только двоим, кто очень на меня давил, его адрес, ой, телефон. А здесь я не уполномочен, Алексея Алексеевича. Вот. Я свой телефон всем даю, звонит, правда, бывает и 2 часа ночи, 4. Вот. Неудобно. Но на данный момент я не уполномочен вами вот здесь написать ваш телефон. Но адрес есть. Так. Вот это последние новости. Ну, прочитайте сами, потому что я начал уставать. Сейчас я увеличу текст. Это свежее письмо, вот это последнее. А что-то она не захотела увеличиться. Ну, ладно. Ну, одну из фотографий я размещаю. Вот первые корешки. Вот. Это его талант укоренять.